Всем привет, с вами Экстер, и сегодня мы будем играть в игру Don't Strive. Да. Эта игра вышла, в общем-то, не очень так долго. Новая версия скоро уже, я не успел. То есть, не знаю, когда она обновится, но у меня просто нету терпения, так сказать, ждать. Тут можно создать 4 аккаунта, профили, так сказать. Создаем один. Сменить персонажа не можем, потому что все уже закрыты. То есть закрыты. Тут написано джентльмен ученый, то есть имя. Я буду побеждать силой своего разума. Как бы девиз. И что он может сделать? У него классная борода. Ну, впрочем, он ничего не может сделать. Обычный человек. Настроить мир я поставлю вот это больше, чтобы было вот морковки и ягод. Все. Ой, фу ты. Все. И что ж, мы нажимаем старт. Грузится, вот тут миры всякие, тут тоже есть биомы, как и в Майнкрафте, почти что. Что-то грузится. Слышь, давай быстрее. Ой. Вот, все загрузилось. Приятель, у тебя какой-то нездоровый вид. Лучше найди себе что-нибудь поесть, пока ночь не наступила. Как бы мы только что появились, мы были мертвы, ну что? Так, пособираем ягод. Эти вот цветы помогают мозгу развиваться, как бы, чтобы не падать. Сразу же кремень нашли. Цветочки нам пока что не надо. Мозг 200, 100, 100. Должно было 150 тут быть. Надо вот эту траву собрать всякое. Уже для начала почти тоже все надо собирать. Что все понадобится в крафтах. Я буду снимать, то есть два дня, вот вы видите, день один. Когда будет день два, я уже закончу как бы одна часть, два дня где. Или даже нет, одна часть, один день в игре. Короче, я сейчас посмотрю, сколько там. Ну, все пособирается, всякое такое. Как нам вообще мир этот поможет. Ну, я думаю, один день, одна часть, так будет поинтереснее и сразу же ориентироваться можно, потому что вы видите, что часть, например, вторая. Знаете сразу, что второй день это. Ух ты ж, мы уже можем сделать... О, мы уже еще и золото можем добыть. Вот из этого камня выпадает золото. И из золота можно сделать научную машину. Научная машина понадобится для того, чтобы сделать другие всякие. Ну, как у меня сейчас вот кирка. То есть она там, нам там дает лопату, всякое такое сделать. Материалы всякие можем сделать. Вот, как я сказал, золото выпало. Я думаю, сразу же... еще немножко камня нужно. И мы сразу же сделаем долговечный огонь. Да, вот, камня тут у нас есть. Немало, так что мы сделаем вот не простой огонек вот такой, а долговечный. Вот у нас уже есть камень.
Сколько надо, сейчас создадим топорик. Тут этот топорик. Ой. Уже наговорился тут. Потому что я только что заснял одну часть, и у меня что-то там были проблемы с фрапсами, и он у меня не хотел снимать. Мне пришлось все сначала перезаписать, мир переустановить. Так, уже скоро полуночь, так сказать. Ой, немножко, вот. Немножко только потемнеет. Никакие монстры у нас не появятся. Когда будет уже ночь, тогда нам обязательно понадобится какой-нибудь огонь. Неважно, это костер или что-то там еще, потому что если у нас не будет огня, то нас сожжут. Просто сожжут. Сожрут, блин. Тут у нас попался такой биом, что вообще много камня. Вот создадим кострище сразу. Этот костер отличается от простого костра тем, что вот костер горит, и если в него ничего не кидать, то он просто исчезнет. А в этот он просто огонь, то есть потушится, а он все равно останется. Так, вот скоро мы уже заканчиваем первую часть. О, сразу же 2 золота, это нам повезло. Очень повезло. Тут можно не только 2 золота собрать, а больше. Потому что тут такой объем, что камня очень много. Черт, нафиг это все было, а? Просто поломаю это. Так, пока что не ночь, еще пособираем. Нам максимум надо 7 золота, чтобы сделать алхимическую машину и научную машину. Сразу 2 машины сделать. Нам понадобится всего лишь 7 золота. 6 золота для одного и 1 золото для другого. Вот, быстро побежим к огню. Что-нибудь приготовим, что мы там весь день собрали. Вот, например, ягоды у нас есть 8. Приготовим. Просто нажимаем левой кнопкой мыши на костер, и он сам приготавливает там. И чтобы есть, нажимаем вот в инвентаре, нажимаем правую кнопку мыши, и он ест. У нас мозг что-то начал падать. О, все, 150. Максимум надо. Что мы можем кинуть? 10. Есть что кинуть. В темноту никогда не уезжать. Там вообще темно. Да. Там можете умереть с первого уже раза. Вот мы уже можем сделать научную машину. Давайте же его создадим. Прям тут мы и будем жить, раз я уже создал кострище. Тут вот создадим ее. И вот она нам открывает вот в инвентаре всякие новые. Мы можем сделать вот сейчас вот веревку, доски, каменные блоки и так далее, папирус для записи. Я не знаю, как эти камушки добыть, но я постараюсь рубинок и сапфир узнать, как их добывать. Сделаем пока что доску. Доски мы пока что ничего не можем сделать. Бритва, чтобы бриться. А вот что с этим? С каким-то не буду. Не можем бросить пока. Так, огонь сейчас потухнет, и скоро уже день, так что нам об огне волноваться не о чем. Давай быстрее. День. Все, день. Сохранение. И вот, чтобы вот не нажимать каждый раз, вот, один раз он ударил,
чтобы не нажимать каждый раз, можно просто зажать пробел. И он сам будет делать все действия, которые вот собирается и всякое такое, которое есть рядышком. Ну что ж, я вот соберу эти ягоды и заканчиваю уже. Сейчас возле костра вот такой прям эпик. Всем пока, с вами был Экстер, и подписывайтесь на канал, ставьте лайки, если вам понравилось видео, комментируйте, и да, всем пока.